Когда я увидела Анечку впервые, я подумала, интеллигентка сразу видно. И с ней такой мужик интересный. Познакомившая нас подруга, простить себе этого не может до сих пор. Полный переворот произошел в наших отношениях. С тех пор мы вместе с Аней уже много лет. Аня заметно обогатила мою жизнь. Ты удивительно доброжелательна и гостеприимна. И все мы заезжаем сюда, как себе домой. Несмотря на возраст Анечки, она такая быстрая и хорошая хозяйка. Для друзей ей ничего не жалко. Дает с легкостью. Посмотрите на ее жилплощадь. Уютно, тепло, красиво. И все она сама. Ну, и Гена. На худой конец. Кстати, о Гене. Прошу тебя, Анечка, перестань моего любимого Гену каждый день травить сигаретным дымом. И тогда ты сама охнешь от его возможностей и твоих желаний. Хочу заметить, хотя и обострился экономический кризис, и все мы оказались жизненно трудной ситуации, вы, Анечка с Геной, собрали сегодня всех нас, меня, мужиков с их супругами, и подъем настроения в вашем доме всем обеспечен. Факт налицо. Я лично чувствую себя счастливой сегодня и всегда, когда ты рядом. Живи, дорогая, долго и счастливо. А я, как и прежде, часть свиты твоей. Поднимем бокалы, все, пожалуйста, за душу прекрасную, за Аню, за дружбу, за твой юбилей.